И ближе к вечеру на Куликово поле пришли несколько десятков участников бывшего Евромайдана. Их оппоненты восприняли это как провокацию и попытались прогнать проукраинских активистов с площади. Как результат, небольшая толкотня и попытки перекричать друг друга. В ситуацию вовремя вмешалась полиция и не дала конфликту разгореться на полную. Под конец мемориальной акции на Куликовом поле активисты, родственники погибших и сочувствующие запустили в небо черные и белые шары. Цвета были подобраны не случайно. Жизнь и смерть. Жизнь и смерть. Вот и всего лишь. Это здесь, это поминание всех усопших с обоих сторон. Как с той Украины, так и с этой Украины. Но у нас страна одна и закон один. Тем временем изгнанные из Куликова поля националисты отличились в соцсетях. Радикалы Демьян Ганул и соратник одиозного экс-лидера Одесского правого сектора Сергей Стерненко, Игорь Резун позировали фотографу с шашлыками в руках прямо у входа на Куликово поле. Еще более провокационные комментарии под публикацией. Вот некоторые из них. С праздником, очень символично и даже такой. Шашлыки по-одесски, жареные колорады.